Семьям погибших полицейских и военнослужащих в Алматы вручили двухкомнатные квартиры. Сегодня ключи получили родные начальника кафедры пограничной академии КНБ Андрея Кабдинова и младшего сержанта полиции Нурбулсына Алмасова. Они погибли во время погрома в мегаполисе. Двадцативосьмилетний младший сержант Нурбулсын Алмасов погиб во время нападения боевиков на департамент полиции Алматы. Он работал полицейским водителем автохозяйства. Уроженец аула Шахпах-Ата Жамбылской области, служил в органах с 2021 года. Полковник Андрей Кабдинов погиб при обороне городской администрации 5 января. Он получил многочисленные травмы и отравление газом. У мужчины остались четверо детей. Квартиры семьям погибших военных и полицейских предоставил Союз строительной отрасли Казахстана в лице 11 стройфирм. Всего они планируют подарить 14 двухкомнатных и одну трехкомнатную квартиру семьям погибших полицейских и военных. Мы ежедневно, у нас проходит процесс оформления и передачи квартир. Сегодня мы передали две квартиры. Пусть бизнес присоединяется к нашему примеру и максимально окажем поддержку всем пострадавшим и поддержку городу.